посылочка из Китая. Я думаю, что кажется, потому что кому-то интересно. Телефон от компании Ulefone, ребят. Note 7P. Я надеюсь, кто-то из подписчиков, ну что, смотрели семерку, ну что, впростую там была, ну что, гигабайта оперативки 16 постоянно, это издевательство. Но в чем из плюшек, в китайцы акцентировали, вот я надеюсь, что вы увидели, что у нас типа в три камеры идет, типа, опять же, в такие... Из гигабайта, ну что, оперативки, это самый, ну что, дебилизм, что придумать тут можно. Что китайцы... что указали, что у нас используется экранчик типа с технологией отталкивания жидкости, у нас используется MTK Helio 6761VWB, ребята, короче, кто не в курсе, это просто A22 идет, 3 гигабайта оперативки и 32 из постоянной, у нас есть сканер, ну что, включение сканер отпечатков и лица у нас есть, ну, типа три камеры я акцентировал, экранчик 6,1 и китайцы указали, что, ну, типа HD экран. Но смотрите, вот что пишется, вот разрешение в 1280 на 600. Аккумулятор, ну, что пишут, что 3500, вот я, ну, что кинул специально, ну, что на тестер, оказалось, что 3. В действительности и китайцы, и тут нас наепали. Да-да, вот я неплохое слово сказал. И вскрываем это чудо. Так, раз. Что у нас в комплектации идет? Так, ребят, у нас питание идет. И знаете, исходя... Ну, хотя, в принципе, за ту стоимость, что он стоит, то сделали уже с 2 амперами. Нет, ребят, сэкономили. Оказался с 1 амперой. Что у нас еще? Стандартный... шнурок микро-USB, у нас куча интересных инструкций и бумажек, и, конечно же, казалось, и пленочка есть. Кстати, потому что всем вот рекомендую, потому что будете покупать, потому что телефоны этой в компании, у них всегда, потому что пункт есть с чехлом или без. Я стабильно покупаю, чтобы его в комплекте, скажем так, вот не было. Цена там отличается в 3 доллара, и в любом случае, потому что китайцы стабильно комплектацию вкидают. И, кстати, чехлы супер идут на ту стоимость, что он стоит. Я покупал за 74 доллара. Я считаю, что вполне, потому что все окей. Что впервые вскрываю. Кстати, его спинка, потому что черная и глянцевая, и засыраться будет, потому что... по полной. Динамик у нас, я надеюсь, что вы увидите, у нас есть сканер. Кстати, впервые я столкнулся, по-моему, с таким сканером в Samsung A60. Есть типа в 3 камеры, вот я акцентирую, чтобы вы их увидели вживую. Ребятки, есть, да? Я надеюсь, и вспышечка. Тут в 3,5 у нас идет, потому что сделано так, знаете, потому что все из пластика, аккуратненько, ничего лишнего. Кнопочки включения, я не знаю, вы их увидите или нет. Здесь у нас есть USB и микрофон. Сим-карты вставляются в куда? Естественно же, вниз. Та-дам-та-дам! Опача! Что плохо, что аккумулятор, потому что вот не снимается, это из недостатков, но что из плюсов. У нас есть и SIM-1, и SIM-2, и карта в памяти, но вот из лотком, ну что, по опыту вы будете чуть-чуть, ну что, вдолбаться. Я уже стыкался с таким, ну что, вот чудом. Так, и, ребят, смотрите, что вот я вам рассказывал за сканер. Если захотели, то оно должно включаться сразу. Так, еще раз. Я включил его. Смотрите. А, извините, упустили. Упустили, чтобы вот не кричали все, что вот я, ну что, жлобяра. Так, сканер. Опа, включился. Давайте еще раз. Раз, включился. Раз, включился. Раз, включился. Ну, последний уже контрольный. И включился. Так, сканирование лица. Раз. Ну, скажем, ну что, включается, но вы учитывайте, что у меня... классное здесь освещение идет. Вот у меня вот есть, ну что, телефончик с экраном с 6,2 и просто, чтобы вы увидели, вот что, ну что, скажем так, из рамками ситуация идет. Вот
видите, ну, конечно же, но вы учитываете, что, скажем, и стоимость их отличается, считаю, что в 3 раза. Но вот просто единственный из телефонов, который оказался пока у меня сейчас, есть, показываю. Я надеюсь, что все увидели и спинки. Вот видите, что здесь шпачкаться будет и что здесь. Но в любом случае, так, лицо. Я залубался тебе. И еще раз, и включился, потому что в конечном итоге. В телефоне используется система Android Pie. Китайцы их, потому что здесь чуть-чуть, потому что изменили и сделали, знаете, так все, ну скажем, вот, ну, те пункты, что вот кто-то ими пользуется. Смотрите, у нас есть и калькулятор, и будильник, и камера, и транскрипция экрана. Я так понял, потому что пишется экранчик. У нас включаются спутники, вот если захотели, и скриншоты. Включается и фонарик, скажем, вот знаете, вот, ну что, в чем плюс, что вот в те пункты, что вот, ну что, все их используют, ну что, вполне окей. Так, что у нас по обоим, чтобы вы увидели только сейчас, хотя бы что-то симпатичнее, или все страшные такие картинки. Твою дивизию, о, установить главный ёба экрана. Так, включаем по экранчику, ну что, по минимуму включил, ребят, и по максимуму. Ну, кстати, вот что, вот я вам скажу, что из минималкой чуть-чуть, ну что, вот некомфортно идет, слепит глаза. Так, экранчик, что у нас там есть по пунктам. Смотрите, ну что, извините, отключается автоматическое освещение экрана и снова скачем сюда вниз и по максимуму. Ну, кстати, знаете, потому что впервые, потому что для китайца, то, ну, что все вполне окей. И в чем плюс, что у нас есть еще в телефоне и режим чтения. Тут вполне все окей. И есть, ну, что включение к телевизору. Если захотели, у нас есть, ну, что включаются и кнопочки, и кнопочка идет, ну, что из чистого андроида. Но вот я, ну, что включил специально, чтобы, ну, что управление жестами. Тут есть специально, вот видите, отдельный, ну, что, пункт, где вы все, ну, что, изменяете, что, куда и как. Ну что, вот для информации, в картинке, чтобы мы увидели все, я еще за компанию, ну что, включу от YouTube. И здесь, знаете, с таким экраном, конечно, чуть-чуть, ну что, печалька, но в любом случае. Так, ну что, включаю специально, чтобы и шло. Ну здесь, чтобы вы, ну что, не включили. Оно, конечно, скорость будет включения, я так думаю, не ахти. Так, ребят, смотрите. Здесь тише делаем. Что по качеству? И здесь стыкаемся с печалькой. Действительно, смотрите. Все. Все, вот, ребят, 400. Скажем, знаете, с таким экраном, я считаю, должно было быть чуточку поболее. Но с цветами, вот именно вот если вы включаете, потому что по максимуму, потому что все смотрится и красиво, и ярко. И знаете, ну, скажем, вот если в кино, потому что включите и смотреть, то в целом вполне, потому что все симпатично окажется. Но, знаете, в плюсов я, потому что вот рассказывать, потому что не хочу. Тут стоимость у него, ну что, вот я купил его относительно, что это недорого, из-за этого я и не хочу акцентировать на в таком деле. Так, естественно же, включаем звук, чтобы вы услышали, что у нас по звуку. Ну что, честно, я не включал его даже. Твою, что включается и конкретно, тем более, что у нас, ну что, включена усилитель, что громкости динамика, и попытаемся прочитать еще и флешку. Я так думаю, что он читать ее не будет. Не, читает. Аллилуйя, блин. Скажу, ну, честно, извините, что вот я, ну, что удивился, а то просто, знаете, вот такие, ну, вообще, в телефоны такого в класса обычно нифига их не читают. Bye.
вполне все комфортно и примахиваться вот я, ну что, не хочу. Ну что, для его стоимости, ну что, звучание вполне окей, и знаете, ну что, ничего здесь такого, ну что, смертельного вот нет. Система здесь, ну что, ничего. Ну что, включал, искал я обновления, фигушки, их не было, и ничего мне, ну что, не приходило. Ну что, для информации, здесь что из информации о самом, ну что, телефоне, единственное, что пишется, что SIM 7P у нас идет и 9 Android. Ну и стартуем, естественно, к чему. Вот, ребят, ну что, вдруг синтетика не стерлась все-таки. И увидим, что же, скажем, циферки показали нам 62 тысячи. Ну что, в целом, вполне окей. Знаете, стыкались-то и с телефонами, ну что, где ситуация похуже. У нас и система 64-х. Битная, и по камерам, ну что, указано, что идет из 8 пикселями в плюс 2 и плюс 2. Что меня интересовало по экрану, насколько в касании идет, я думаю, что 2, нет, с 5 оказалось, а тут уже хотя бы им плюс, ну что, вполне окей идет. Я, ну что, для спортивного интереса взял еще синтетику, чтобы вы увидели, и ну что, в теории на день использования вполне окажется окей. Я не буду рассказывать, что тут, ну что, все классно и красиво. Вот, ребят, это такое дело, знаете, что я просто показываю, что вы из Китая в конечном итоге получаете. Есть. Так, у нас единственное, что оказалось, освещение датчики включается, кстати, и вполне окей. Акселерометр включается, срабатывает. Так, ну, по-моему, изумительно, но хотя и синтетика. И компас. И компаса, и всех плюшек у нас здесь, ну что, вот не оказалось. Включаем информацию о самом телефоне, чтобы вы увидели вообще, вот что к чему. Ну что, видите, что я, ну что, акцентировал сначала, что Helio A22 используется, они там 67-61. Так, из видео у нас идет в Power VR, ROG, J, G, и... Я так думаю, что окажется, ну что, никому это не интересно. Вот так, ну что, по аккумулятору, ну что, 3500, я акцентировал, что говорю, 3000 оказалось, ну что, в тестере. Я не хочу, ну что, лукавить вот так, ну что, как оно есть. И камера, ну что, указано, что апертура 1.8, я вам скажу, это полная херня. Он вообще чуть-чуть освещение испортилось, и картинки, ну что, полное вообще овно идут. Я здесь рассказываю, и селфи, ну что, из 5, из 2.0. Казалось бы, тут такая апертура, то, знаете, ну что, в конечном итоге, ну что, все бы чуть-чуть, ну что, посимпатичнее было. Так, ну что, для спортивного интереса испытаем еще спутники. Ну что, включится или нет? Тю, смотрите, MTK. И включается, и GPS поймала, и точно со скоростью, ну что, звука. Честно, впервые, что включаю. Я не думал, что включится, что так комфортно будет. Так, ну что, спутники все мы, ну что, увидели уже. Я так думаю, по камере. Тут, конечно, я не знаю, ну что, с переводом оказалось, что у них есть искусственный, ну что, интеллект. Смотрите, ну что, пункт. Специально у нас включается вот режим в портрет. А вот, ребят, если захотели, ну что, видите, ну что, внизу писано в портрет. Вот просто, ну что, для спортивного интереса у меня есть вот такая игрушечка. И включаем специально, чтобы портрет режим был. Есть. И я думаю, знаете, ну, до такой степени долго думаю. Так, ну что, оптимально, ну что, все примеры будут в конце, а там уже, ну что, прикиньте, с портретом оказались, ну что, они нет. Оказался у них еще пункт сверхъясное изображение. Вот что это изменяет, ну что, в темноте и днем ты фоткаешь, вообще отличие от ноль. У нас есть украшение от лица, включается и профи режим. Так, что у нас, специально включу по фото, ребят, чтобы вы увидели, что он... Смотрите, из 8 пикселями идет, и все. Тут экономненько, ничего, ну что, вот лишнего мы, ну что, вот не увидим. Из видео, ну что, все китайцы что делают, ну что, пишут Full HD видео. Конечно же, ну что, 30 FPS, вот я, блин, ой, я включил по кнопкам все-таки, чтобы вы увидели. Вот что у нас из видео, ребят, но я даже акцентировать, что все примеры.
Специально китайцы сделали отдельно пункт с функцией HDR. У нас есть и съемка с плохим освещением. Отличие, что стандартное, и что вот эти все пункты, вот я не увидел. Единственное, что отличается, смотрите, вот я держу вот так в картинка, и сверхъясное ты включаешь, оно чуть-чуть, сближение типа идет. Это типа включается, я так понял, что, съемка для макро идет или что. Но по фокусу я, конечно, включается и думает в 3 часа в такой ситуации. Вообще, у меня и хотелось бы что-то сказать. Так, и селфи у нас, ребят, с 5 пикселями идет. Здесь, естественно же, куча всех плюшек от компании Ulefone идет. И видео пишется Full HD. Так, все примеры будут в конце. Я даже не хочу здесь акцентировать. Окажется интересно, гляните и не надо. Я не хочу лукавить, из-за чего спешу. Я специально штанки забомбил и попытаюсь сделать еще за компанию одну игру. А то, чтобы вы не обижайтесь, но у меня сломалась камера и получается аккумулятор вздыхает, и я пытался вкрутить его. Ай, видите, за компанию и штатив еще чуть ли упал. Так, включаем Т-54, где есть танк. Да любой танк и включаем. Чтобы вы увидели, из картинки, включена, специально включил с минималками, а то знаете, в таком телефоне я не хочу, издеваться из вас и его, все полностью. А так вы еще и увидите, как включается и играет в такое чудо. По FPS, пишется 61. Тю. Ага, и спустилась к 50, да? Давайте еще чуть-чуть ручку. Опа. Так будет поинтересней. Смотрите, пока показывают, что 60-ка идет. Ребят. Но учитывая, технологию процессоров MTK, я думаю, что вы так с полчасиков поиграете, и ему будет полное же. 61. 60. Ой-ой-ой-ой-ой. Ага. Сейчас. Ой, блин, а куда же тебя стрелять? Ребята, тут, конечно, чувствительность экрана вообще конкретно плохая. Не нравится. Так, куда мне лучше сваливать? Они со спины даже нас обходят. Так, смотрите, по FPS, 54 писалось, извините, все-таки... слился, но суть была, в чем, чтобы вы, в целом увидели, как, включается игра. И смотрите, я вам, только что рассказывал всякую ахинею в течение, 20 минут, считай, что. И глянем, просто что-то, все-таки у нас еще есть тест на автотринг. Что-то, изменилось или нет, в конечном итоге. Показывает, в целом окей. Обычно, ты в игрушки поиграл и старт же включаешь, там такие скачки идут. А здесь, в целом картинка, вполне симпатичная идет. Так что уже бы, и хотелось бы, примахаться и к нему. Но пока не за что. Так, испытаем, для спортивного интереса, чтобы вы еще увидели, как, включается интернет. Я так думаю, что будет кому-то интересно, сюда. Опа. Не. Включается вполне терпимо. AliExpress. Кстати, что из замечаний, впервые столкнулся, что в клавиатура. Я надеюсь, что все увидели, я не знаю, но мне показалось, что там используется клавиатура такая же самая, как в айфонах, всеми любимых. Захотели
скопировали их, ну, чтобы полностью. Так если вы, ну, чтобы придумали и с названием, ну и с таким, что копируйте в компанию Xiaomi, ну то знаете, идите, ну что, скажем так, до конца уже. А китайцы в чего-то играются и балуются, вот как обычно. Так, итог, ребят, знаете, кто ищет, ну что, дешевый, ну что, телефон, чтоб стоимость, ну что, не кусалась, я не хочу, ну что, обманывать, и лучше купить для себя Xiaomi 7A. 100% будет лучше, знаете, челка, да, ну что, в жопу в те челки. Лучше, ну что, купить толковый, ну что, телефон. Да, не спорю, что здесь, ну что, те три камеры, тут, ну что, экранчик, ну что, в целом вполне терпимый. Но вот, ребят, уже в китайцы чуть-чуть, ну что, офигели со своей стоимостью. Я считаю, что, ну что, это все-таки чудо. Всем спасибо, извините, что не так. Я старался для вас. Пока. Same fights, we won't be getting any closer. We're supposed to be young, dumb, and free. Thought that we'd never be mean. Hoping that you'll see what we could be before we throw it all away. And pride's forsaken both of us. Always thought that we would get it right. My side. Aimless, shouting, bringing up all of our mistakes. What we have done. We're supposed to be young, dumb, and free. Thought that we'd never be mean. Hoping that you see what we could be before we throw it all away. And pride's forsaken both of us. Always thought that we would get it right. We've been fighting 9 to 5. Always thought that you'd be by my side. Всем привет, ребят! Телефон от компании Olifon Note 7B, по-моему, идет, чтобы вы увидели, как снимается, потому что видео пишется Full HD. Показываю, как изменяется освещение по фокусу. Я так думаю, что его здесь нет. Но в теории в китайцы указали, что он здесь есть. Так, давайте вот сюда. Фара. Опа. И вполне окей. Привет. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу камеры, кому будет интересно. Ну что, всем привет, ребят, ну что, пишем на камеру с телефона Olifon P7, чтобы вы увидели вообще, что снимает. Конечно, думаю, стабилизации здесь нету, но в любом случае погода у нас испортилась. Самое главное, чтобы вы увидели и картинку. Я иду, естественно же, в таких, знаете, в местах не сильно интересных, вот чуть-чуть в телефон телепается, но самое главное, чтобы вы увидели, услышали звук и картинку. Всем спасибо, мир!